Всем привет! Это аналитика из таверны. Первый выпуск. Сейчас вам покажу предметы из Dota All Stars 5.36. Эта версия Dota существовала. Без всяких кастомизаций здесь никаких нету. Все так же работает. Все предметы, ну, точнее, все собираемые предметы состоят из рецептов, без иконок. Обычные предметы, да, содержат Рада иконки видеть тебя. и всему подобное. Опять ты. Сейчас рассмотрим первый Ну магазин. что, поймал? В нем находится дезолятор, который дает 55 дэмэджа и 7 армора. И также дает атаку, которая снимает броню противника. Неплохой план. Обливион Став дает 25% скорости атаки, 10 урона и 10% шанс убить крипа с одного удара. Шлем Доминации дает 5 брони, 10 урона и 10% вампиризма. И может захватывать крипа. Это все? Boots of Travel. Обычные бутсы дают 110 скорости передвижения и КДшится 2 минуты. Почему 2 минуты? Потому что телепорт на любую точку из на карте. Неплохой план. Кристаллис дает 30 дэм, 30 урона, 7 брони и шанс критической атаки. Battle Fury дает 55 урона, 5 хп в секунду, на 100% улучшает реген маны и сплэш атака. Soul Booster дает 500 хп, 500 маны и увеличивает реген маны и хп на 60%. Cranium Bash или Skull Bash дает 30 урона и баш. Тоже с процентной вероятностью. Но здесь не указано. Используется только персонажами ближнего боя. Неплохой план. Diffusion Blade дает 10 ловкости, 6 интеллекта. Напали враги. Также используется и также выжигает ману. Баклер работает как пассивка, никак не активируется. Дает 10 брони, 6 силы, 6 интеллекта и 33% защиты от магии. Манта Стайл дает 12 ловкости, 8 силы и способность создавать иллюзии, которые наносят 25 урона и принимают на себя 200% урона. Работает Мантастайл здесь по-другому. Содержит 10 зарядов и вызывает всего лишь одну иллюзию. Также она действует определенное время и исчезает. Заряды не восстанавливаются. Все. На этом первая часть окончена. Всем до скорого.